начальный и конечный адрес заказа одинаковые. Вот сейчас посмотрим, что там за клиент, куда он хочет ехать. Бывает такая история, когда и начальный и конечный адрес одинаковые. Это бывает кидало такое некое. Человек говорит, едьте там куда-то, в какое-то место, типа там завершить, вам первый рассчитает. Вот. Это заказы через Telegram, там, через всякие вот такие вот серые схемы. И многие банки не приходят. Вот. И даже ребята ругались с Яндексом, Яндекс сказал, ну обращайтесь в суд, типа мы не можем взыскать деньги. Пожалуйста. Если молодой, если какой-то молодой, тогда, скорее всего, это то, о чем мы думаем. До Суздали? Нет, я не поеду. А, это не наш. До Суздали. Номер машины моей, ну мой в заказе стоит, да. Или чей? Вообще-то... А зачем вы заказываете начальный и конечный адрес одинаковые? В смысле, вы сказали суд? Покажите ваш заказ. Ваш наш, да, Шкода Рапид. Ваш... Можно одну секунду? Я его не заберу. Я понимаю. Начальный адрес, Пионерская улица 15. Конечный адрес, Пионерская улица 15. Что, издеваетесь? Нет. Но это не шутки, это как бы не прикол. Я сюда еду, я трачу свое время. Да я понимаю, мы тоже тратим свое время вообще-то. Ну, вообще-то. Ну, вообще-то. В чем вы именно тратите? Если я стою, жду заказ, приезжаю как на фейковый заказ сюда. Слушайте, молодой человек, это не фейковый заказ, нам нужно в Суздаль. Ну, хорошо. Мы сейчас отменим, и если вы хотите, мы отменим, поедем просто на вами. Ну. Просто вот. Чтобы у вас нет, я... Если не хотите, окей, нет, я мы не хочу. Возьмем, но вы тогда... Вы просто, ну, заказываете... Я все знаю, как мне надо заказывать. Заказывайте, как нормальный человек, заказывайте с конечкой. Я все знаю, как надо мне заказать. Если вы не хотите работать, давайте. Я не хочу ездить в Суздаль, вот и все, 10 минут я своих потратил. Но ставьте нормальный заказ. До свидания. Ну, до свидания, вы со мной продолжаете разговаривать. Ну, это вы со мной все время вы тут поехали и говорите. Давайте. Я вам просто говорю, заказывайте нормально. Хорошо, я тоже напишу обращение, что как вы могли ошибиться и поставить конечку такую же? Какая ошибка? Я могла ошибиться там или еще что-то. А вы могли бы перезвонить мой телефон? Я звонил два раза, вы не брали трубку первый раз? Вы мне не звонили. Показать исходящее? Уезжайте, иначе я сейчас вас точно засужу. Засудите, да? Ну, а за что вы засудите? Но у меня запись всего от приезда до Судова, до конечного разговора. От Судова до Тудова, вот как раз отсюда начнется судьба. Не хочу я с тобой драться, честно. Драться? Да. На чем хочешь, на чем подерется? На чем подерется? Вот, потому что он гопник. Да мне без разницы, кто гопник, кто понимаю, не гопник. Я вам просто говорю, не делайте так и валите все. Нахер. Валите сами нахер. Бля, разговаривайте драться как люди. Своего дома валите. Разговаривайте как люди просто. Сказала, все понятно, бля, толку нахуй нет. Не заказ отменяйте. А? Не надо будет отменю, отменяйте сейчас просто его. Женщина только что заказала такси с начальной точкой на Пионерской и конечной точкой тоже на Пионерской.
и хотела она поехать в Суздаль. Человек нетрезвый и как бы посылает нахер, ругается и что-то там, какие-то конфликты строит. Давайте, да. Давайте. Его заказ отмените, пожалуйста. Я не могу отменить его на телефоне, к сожалению. Можете. Нет. Я могу показать, как. Ну, покажите, а я вам еще дам 100 рублей. Блин, как разблокировать? Ну как, пальчиком. Все. Вас ожидаем. Колобоков не переживай, меня прямо никто не носит, меня никому не сдадут. Я вас вообще не собираюсь. Да, ну вот и я тоже так думаю, то, что у вас будет своя прекрасная девица имеется. Так. Видите, не получается, да? Нет, почему получается? Получается? Сейчас, не беспокойтесь, все. Я не беспокоюсь, вы беспокоитесь. Я Но вы конечку в следующий раз закажете, когда вы ставите конечку Суздаль, а то будут вот так же приезжать люди и уезжать. Суздаль, там нет Суздаля, нет. Какая-то хрень тогда. Потому что я поставила Суздаль. Нам тогда вы нам сдались, грубо говоря, благородство. Нам же Суздаль нужен, правильно? А что нам? Держите. Пожалуйста. Есть, да?